Друзья, всем привет! Тесто для пирогов не обязательно делать с большим количеством муки. Сегодня поделюсь рецептом, где ее будет совсем мало. А для начинки возьмем кабачок. Кабачок порезать небольшими кубиками. Лук порезать небольшими кубиками. Согреть сковородку и вылить в нее масло. Выложить лук. Обжарить его до мягкости 2-3 минуты. Лук начал румяниться. И пора добавить в сковородку кабачки. Обжариваем все вместе 5 минут. Сыпать сушеный базилик или можно другие травки и соль с перцем. Перемешиваем и обжариваем еще 5 минут. Кабачки с луком переложить в миску, чтобы они побыстрее остыли. Как можно видеть, они стали такими достаточно мягкими, но не разваливаются. Сыр порезать небольшими кубиками. Порежем петрушку, в миску разбить яйца и добавить сюда соль. Взболтать, добавить кефир и снова перемешать. Всыпаем просеянную муку и сразу же добавляем разрыхлитель или соду. И снова перемешиваем. Перемешиваем таким образом 2-3 минуты до исчезновения комочков. В тесто выкладываем кабачки с луком. Они пустили сок. Сок нежелательно в тесто добавлять. Сразу же добавляем петрушку и сыр. Перемешиваем ложкой. Форму диаметром 22 сантиметра смазать маслом и вылить сюда тесто с начинкой. Сверху посыпать семенем дна. Ставим форму с содержимым в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем до румяности. Пирог готов, выпекался он 40 минут, даем ему немножко остыть, затем достаем из формы. Кабачковый пирог получается очень вкусным и нежным. Он быстро готовится и еще быстрее съедается. Попробуйте его приготовить, вы наверняка возьмете его в свою копилку. Друзья, благодарю всех за лайки, комментарии и подписку. До новых встреч!